Всем привет! Сейчас будет небольшой видеообзор по станку для плетения квадратного дна. Давайте сначала посмотрим, из чего он состоит. Ну, во-первых, идет, конечно, сама поверхность, плоскость станочка. Вот, на нем имеется разлинованная градация. Здесь по сантиметру, для того, чтобы удобно было сразу смотреть расстояние между стойками и ширину плетения, длину и ширину. Вот. Также в комплекте дальше идут вот такие планки. Они у нас нижняя планка и верхняя планка. Нижняя планка предназначена для того, чтобы вставлять туда трубочки на нужной вам ширине. А сверху, получается, вот эти рожки, они держат ваши трубочки и не дают ним никуда расходиться. И в итоге плетение получается такое ровное. В комплекте идет три вида таких планок. Вот еще планки, получается, для двойных стоек. Вот так вот. Вот. Для двойных стоечек. И к ней же идет нижняя планка. То есть они съемные, здесь на барашках раскручиваете, устанавливаете нужную вам планочку и плетете на двойных стойках. И еще третий вариант — это для тройных стоек и четверных. То есть здесь еще шире расстояние между рожками и дырочки побольше. Это все входит в комплект квадратного станка. Ну и теперь давайте покажу вам, как он работает в действии. Вот здесь у меня уже начато плетение. Начинайте просто, устанавливайте нужное количество вам стоек на ту ширину, которая вам требуется. Здесь я вот прицепила бумажный скотч. Ну, это так вот, чтобы они никуда не ездили, не съезжали, и у меня не смещалось плетение. Вот я их чуть-чуть тут наживила на скотч, он мне абсолютно не мешает работать. Прикладываете первую трубочку, первый ряд, да, на том уровне, где вам нужно, и начинаем плести вот так ситцем туда-обратно. Здесь, думаю, комментировать больше нечего, просто покажу вам работу на станке в действии. Плести на станке очень удобно. Такой станок пригодится не только для новичков, но и для опытных мастеров в том числе. И еще у нас в комплекте, вернее, не в комплекте, а отдельно для такого станка можно приобрести подставку мольберт. Вот у меня сейчас он стоит просто тут. Я подставила себе коробочку, чтобы была наклонная плоскость, потому что так удобнее плести, не нужно склоняться над плетением. А у нас в магазине еще есть мольберт, на который вот так устанавливается станок. У него есть три уровня наклона. Можно ниже, выше, как вам удобнее его располагать. И этот мольберт подходит не только для квадратного станка, но и для круглого. То есть он универсальный.
можно приобрести станки каждый по отдельности, можно приобрести полный комплект, на него, кстати, действует скидка, либо приобрести станок и вот удобную подставку. На этом обзор буду завершать, потому что здесь и так все видно и все понятно.